Добро пожаловать на канал Hardasset Info. Перед нами находится устройство Honor Magic 4 Pro. И сейчас я покажу вам, как включить режим энергосбережения на данном устройстве. Для этого мы свайпаем вниз два раза. Далее ищем здесь режим энергосбережения, находим, нажимаем на него, нажимаем «Включить». Можем также посмотреть, зажать на нем пальчик и перейти в какие-то настройки, но здесь особо ничего такого нет, поэтому вот так вот. В принципе, на этом мы можем заканчивать. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.